воспитании некомпетентны. Между ними и детьми эмоциональные стенки. Что-то взял, разбил, и ты сразу нахамила. Уйди отсюда, я не хочу тебя видеть, дебила. А если вам хамит, ну так значит вы позволяете. Не понимаю, почему ребенка обвиняете в своей халатности и неумении детей воспитывать. Свою некомпетентность прикрываете криками. Вы любите примеры, но я приведу вам парочку. Ты будь хорошим мальчиком, не расстраивай мамочку. Еще один пример, я тебе балую. Но если не сделаешь уроки, то я тебя не люблю. Любые капризы выполняю, но их нельзя выполнять. Нужно научить просить, нужно научиться ждать. Если понадобится терпение задействовать, нужно научить его взаимодействовать. Дорогие родители, получить психологию не хотите ли? Вы у нас все знаете, вы у нас все умеете. Но почему тогда сыночка наркомана имеете? Дорогие родители, получить психологию не хотите ли? Вы у нас все знаете, вы у нас все умеете. Но почему тогда сыночка наркомана имеете? Одна фраза, не то интонация сказана. След оставит на всю жизнь, это правда доказано. Произнесем, я сказала, голову поднимем. Это плохая дочь, но вы ее родили. Кнут и пряник, методика, вот ваш кругозор. Подчинение старшим и гипернадзор. И у ребенка в итоге развилась куча фобий. Родители, пожалуйста, учите психологии. Ой, ты родная упала, надержи конфетку. Но падение в жизни это случай нередкий. И весь этот стресс она теперь будет заедать. Вы ей добра желаете, но мало только желать. Почти все болезни они психосоматические. Ищите корень в себе, корень психологический. Что вам делать или почему у вас плоскостопие? Чтобы это знать, учите психологию. Дорогие родители, получить психологию не хотите ли? Вы у нас все знаете, вы у нас все умеете. Но почему тогда сыночка наркомана имеете? Дорогие родители, получить психологию не хотите ли? Вы у нас все знаете, вы у нас все умеете. Но почему тогда сыночка наркомана имеете?